Мамочка, блин, ребята, так хотел зашкериться. Ну, что-то пошло не так. Вот бабка Гренни. Услышал мой пердеж, да? Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби Скромник, Dark Dragon, Стаканчик. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Здравствуйте, люди. Всем привет. Сегодня мы записываем Гаррис мод, и у нас офигенная рубрика «5 ночей с бабкой Гренни». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем с пацанами выживать. Так, а где наши охранники все? Заходите. Закрываемся. Бабка Гренни уже идет. Привет. Отлично. Убежала. На эту сторону побежала, закрывай. Ой, извини. Я не хотел, но бабка Грей, она хотела, чтобы мы все тут поумирали. Во всем она виновата. Да. Ай-яй-яй, какая я плохая. Плохая. Не зашибись здесь сидится. Ну? Да меня тут нет. Да есть, есть. Ребята, если кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, и любой может с нами записать. И хочу обратить внимание, что с нами записывают олдскульные игроки. Васаби Скромник, Стаканчик и Dark Dragon — это люди, которые уже записывают... Года два, наверное, со мной. Ну, год точно. Год. Кто-то умер. Стоял. А, вот, теперь ты с нами, отлично. Вот она, бабка. Вот это бабка. Осторожно, ребята, это очень бабка. Кстати, иди почисти зубы, у тебя сорта воняет говно. Так, теперь, ребята, надо быть очень осторожным, потому что у нас будет теперь качаться энергия, и бабка нас убьет. Вот как сейчас. Почему мы двери не закрывали? Да что такое? Мы стояли, улыбались друг другу. Ой, блин, это жесть. Так, в потолке застряли. Нет. Такой нет. Шум прикольный. Да что ж, закрывайте двери, бабка! Да, да что такое, ребята, ну что? Открой дверь, пожалуйста. Да выходи, выходи. Да что ж ты. Ребята, давайте жить дружно, ну хватит умирать. О, тебе через окна не видно, когда ночь запущена. Дим. Да. Я бабку тыкну. Ножиком? Да? Я съем. Вижу. Ты закрывай. Тут. Отлично. Отлично. Молодец. Молодец. Тащим. Муткел. Как так? Меня пырнули. Заскамили. Так, ребята, я смотрю, где он. Ты так смотришь, как будто, знаешь, как сейчас уснешь. На, а, вниз, типа головой вниз, да? Эй, камера выключилась. А, не, включилась. Я даже скриншот сделал, потом увидит. Все, я сохраню. Короче, с левой стороны. А, вот она, баб. О, мишка Фреда. Ты видишь ее? О, вижу ее дубинку. Бабка, тебе надо сделать ее гвоздику. Ё-моё. Не, я не понял. А чё? Тихо. Чё не понял? Меня пригвоздили. Пацаны, ну что вы делаете? Вы бабку пригвоздили, она теперь будет нас мочить там. Пока она не возродится от гвоздей. О. Выводи ее, толстожопую. Пошла, иди отсюда. Иди в бутылки собирай. Я не помещаюсь в дверной проем. Блин, она еще и толстая корова. Все, выходи, выходи. Выходи. А мы заходим. Чик. Да что даже жестокая бабка попалась? Ты неадекватный, что ли? Ах, спасибо, хотя бы. Я потому что я могу. Так, Dark Dragon, ты хочешь в туалет? Нет, я сходил. Я думал тебе бумажки дать. Давай сюда. Я уже даже накрутил для жопы. Для твоей. Но у нас Бонни идет. Ребята, настроение, как всегда, отлично. Так что не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. А, Димас, у вас есть маленькая проблема, Бонни ходит. Давайте включим свет, мы это будем видеть. Есть там кто-то? Нету. А ну с этой стороны. А, Димас, у вас маленькие проблемы сейчас. Да не, это большие проблемы. У нас Бонни ходит. Сейчас, подожди. У нас еще помимо бабки и аниматроники ожили. Да. О, ребята. Ох, ребята. Да, он там... Нам, короче, вдвойне повезло. Идет? Он ходит? А, он пошел в кладовую, Дим. Да? Что?
Маш, ты знаешь, туда, к этому пошли. Когда у вас съезд закроют? Что такое висит? Водоросли какие-то или что-то такое? Это провода. Провода? А где бабка? Где бабка-то? Она идет к вам, она справа. Точнее, даже слева. Вижу. Закрывай. Она сейчас с этой стороны пойдет. Если знаешь, где я, значит, ты где-то тут ходишь. Да-да-да, он палит за тобой в невидимости, наверное. Я ведь тебя найду. И что ты сделаешь? Или бьешь его? Не, в смысле. Мне такое не нравится. Все, Ё-моё, да я хотел просто посмотреть, там помидоры не зацвели. Ну, блин, бабка Гренни, ты злая. Да я знаю. Я такая. Она такая бабка. Пацаны, что у нас так грязно? Паутина здесь он. А здесь Бонни стоит на камере. Бабка, как дела? Выходим. А у меня хорошо. Ты дверь открой, потому что энергия садится. Да, открой. У меня зашибись. Да ё-моё, я так испугаюсь. Блин, это стрёмно. Там за дверью стоит такой. Дверь открой. Кто там? Кто там? Меня Бонни уже. Так... Ах ты психичка, блин, она такая страшная, эта бабка Гренни. Да ё-моё, отпусти нас, нашим грехи нам. Мото-мото. О, у нас же есть ночной режим. А ну-ка, N английская. О, так я прозрел, я все вижу. Возьми камеру в руки, камеру, и N английскую нажми. У тебя будет подсвечиваться белым цветом все. Офигеть, ребята, я прозрел. Мне есть так. Ай, больно по животу бить ногой. Случайно. Я перепутал кнопочку. Бабка Гренни бежит. Слышишь, он взял меня, погнал на аниматроник, и я прям в живот врезался, чики. Она стоит, дышит еще. О, здесь все аниматроники начали ходить. Все? Фокси сейчас будет бежать. Так. Я понял одно теперь. Не прикасайтесь к аниматроникам. О, так мы сейчас пройдем ночь первую с бабкой Гренни. Я вижу картонку эту. Где? Такие кто? Белые... Это все иллюзия. Это все иллюзия, это неправда. Это мото-мото. Ой, я еще вижу там картонку эту. У него просто белые глаза, его очень хорошо видно. Так, ночной режим включен. Бабку Гренни убили. Молодец. Закройте левую дверь, сейчас будет Фокси бежать. Ребята, будем наблюдать, как он бежит. Я смотрю. Вы меня вообще-то дверью убили. Какой дверью? Музыка веселая играет. Где Фокси? Ну, беги. Да чек справа, выходи. Хватит. Он убьет, интересно, когда будет бежать. Он да Боньки, сразу. Боньку замочит. Интересно, он будет прямо идти? Мы прошли, ребята. С горем пополам, смехом и слезами мы прошли первую ночь. Сейчас будет немножко жестче. Так ты готовься. Ночь номер 2. С бабкой бешеной Гренни. Которую убивают тоже аниматроники. Это смешно. И маньяк, да. Который будет чикать жопу. Убили. Я знаю, что тут. Ребята, можете написать в комментариях, с кем в следующий раз нам записать 5 ночей. Допустим, 5 ночей с Джейсона можем записать. Замочила всех. Вон обобус идет. Иди сюда. Закрыто? Ребята, нам хватит энергии, хватит. О, музыка заиграла. Да? Да хорошо. О, кстати, Бонни пошел. Кстати, ты тут. Где-то тут. Я знаю, что ты тут. Открывай. Где? Проходи. Я видел тебя. Я знаю. Это все скам. Тут. Там кто-то ходит. Я. Там бабка не видит меня. О. А вон она пошла. Ой. Чик, иди в жопу. Тихо, давай, бей его. Я обосрался. Ставлю 50 баксов, чтобы победить. А, вот кто долбится всегда. Вижу бабку Гренни, вижу, она ходит здесь, ребята. Говно! Отвали! Дима, он не... О, я открыл двери в последний момент, он берет... Бабка Гренни, лох! Дима, а бабка Гренни лох, она не может выйти теперь. Да? Чтобы он не зажал ее. Идем посмотрим на ту сторону вместе. Идем посмотрим, как она там стоит. Ой, я вспомнил, мне надо хлеба купить срочно. Закрывай! Ух, это было стрёмно. Дима, скупил хлебом все-таки. Да-да-да, сейчас пойду куплю нарезной кирпичик. А захвати мне бутылочку водички. Пожалуйста. Хорошо, я пошел, давай. Ой, боже. Я вспомнил, не надо нам идти туда. Хлеб потом куплю. Ничего страшного, переживу.
Дима, как дела? Да нормально все, пошел и на эту сторону. Дима. Чтоб тебя Фокси убил. Ой, Бонька. А вот Бонь. А че я Бонни не убил? Я видел, как просто сквозь прошел. Дима. Хочешь накажу бабку? Не надо. Ладно, под конец накажу. Накажем ее все вместе в конце, будем ее избивать до крови. В смысле? А что ты хотел? Один только ты над нами будешь издеваться, и мы тоже будем издеваться. Где? Ой, я слышу, как идет аниматроник с этой стороны, ребята. Он где-то там идет. Два часа ночи, все отлично, ребята, проходим. Так что досмотрите ролик до конца. В конце мы будем наказывать баб Гренни. Мы ее пригвоздим, заморозим и сожгем, и в конце еще взорвем. Фокси! О, Бонни, скуба. Ну-ка. Все, не уйдешь. Отлично. Отлично. Пока что еще не есть, пока время. Ой, бабка Гренни стоит. О. Не рассказывай ему то, что я заморожен. Я слышу, кто-то заморожен. Ого, тебе дали подсрачника. Это кто мне там подсрачник дал за аниматроник? Ты тут. Мамочка, блин, ребята, так хотел зашкериться. Ну, что-то пошло не так. Вот бабка Гренни. Услышал мой пердеж, да? Ну как бабка стоит за тебе? Дима, пироги. Дима, пироги с печенью, где? Ты мне обещала. Ты обещала мне пироги, где они? Нема пирогов. Нету. А ты заслужил? Ты у меня всю пенсию потратил. Пенсию? Вот ты старый пердун. Вот здесь твой перди, бабка. Ребятушка, половина ночи мы уже прошли. Так что все у нас, как всегда, очень весело и круто. У нас все получается. Справа Чика, аккуратно. Так, энергию лишний раз не тратьте, потому что нам не хватит. Ну, кстати, скоро Флоксян побежит. Я буду смотреть. Я успею закрыть, кстати. То что, а это я успею. А, бабка Гренни я вижу. Бабка Гренни. Да как ты меня видишь, я вдруг укается карты. Нет, я только что выглянул за углочка. Опа, идет Бонька к нам. Встал. Я Бонни убил. Да? Это Чика. Или Чика. Опа, музычка. Ё-моё! Мама звонит. Кто помнит такой звонок? Напишите в комментариях плюсик. Ну блин, ну пацаны, мы застряли друг в друге. Хорошо стоим. Чика пошла долбиться в эту печь. Печь? Она пить хочет. Так, это я. Открываем. Да что ж вы тут подзастревали все, а? Простите меня. Я пошел. Дима. Если он будет вас наказывать, я накажу его потом. Там, смотри, Бонька стоит за углом. Ля, Бобус. Лячик. Пьёй. Ё-моё! 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 Боже, какие конченые. Сами виноваты, меня закрыли тут. Ой, дорогой. Пошел вон. Да хватит, а что ж вы дразните эту бабку вонючую, злую? Как ты не умрёшь? Читы, я собственно. Она читери... Бабка Гренни читериха, оказывается. Дима. Пошли накажу. Ой. Точно, идемте наказывать бабку Гренни. Где читы? А ну иди сюда. Дима, где их? Пошел. Ой-ой-ой. Все, так, больше. Бабка Гренни, ты где? Все, она умерла. Давай пригвоздим. Короче, пацаны, берем пригвоздатель и идем тебе пригвождать. Иди сюда, бабка вонючая. Я хотел Фокси за этот. Проиграть. Ну блин, пацаны, ну что ж мы не закрыли калитку. Я даже забыл за Фокси. Блин, бабка Гренни, ты нам помешала, это ты виновата. Дима, мы виноваты. Блин, мы так бабку Гренни не наказали, ты где? Где она? Я хочу ее в конце ролика наказать. Да где она? Хорошая. И бабка вонючая, иди сюда. Я в подвал. Я подвал? Пацаны, пригвождатель, все берем пригвождатель. Не подвал. Пацаны, пригвоздил. Пригвоздил. Дима, отойди. Давай, иди.
Где она? Ой, стой, не надо, давай бомбу ей подсунем. А ну иди сюда. Просто. Давай, я жду. Бомбу ждешь? Хорошо, я тебе сейчас... Вот мы бомбу. О, вот это именно мощный взрыв. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.